Так, ну вот я обещала показать те средства, которые у нас в Тайсте сейчас продаются. Вот я подошла к полочке, где стоят средства для мытья посуды. Может быть, отсвечивает? Так, 400 миллилитров. Вот такой с экстрактом бергамота. Все это у меня дома куплено. Наверное, дома более детально покажу. Вот это вот очень хорошее, густое, замечательное средство. Это оно у нас, цена его. Так, здесь 550 миллилитров. То есть вот эта вот упаковочка поменьше. Так, и вот такая без запаха. Липон тоже 550. Так, теперь переместимся к чему. Так, кондиционерам. Так, вот такие кондиционеры. Ароматы, соответственно, у них разные. Три разновидности. Так, там прочитай, какие ароматы, если они... Charming Fresh. Ну, тут, наверное, невозможно перевести и описать, ну, с ароматом духов. Эти вот кондиционеры для белья, вот у них цена по 68 рублей. То есть это совсем, понимая, что тратится их совсем немного, то... Это здорово. Так, и вот тут три вида порошков. У нас какой-то еще один, да? У нас какой-то еще один вид порошка. Что-то тут еще и в подарок. Помимо этого. Средство для мытья посуды. Да? Ну, с ума сойти. Ничего я такого не купила. Когда покупали, такого не было. Так, это для какого белья? Тенит стиральный порошок. Не знаю, с кондиционером это. Так, этот с кондиционером, значит, так, для цветного белья. Ай, этот порошок для цветного белья. С меточкой. Так, это для белого. Ой, для белого это тоже. И с подарком. Ну, в общем, в следующий раз надо будет ухитриться с чем-нибудь еще дополнительно купить. Так. Ну, конечно, если бы их было больше разновидностей, то было бы совсем замечательно. Так, наклониться я туда уже не могу, стоять это не в самом низу, но цена 192,50. Вот такие такие. Так, ну, такой средство. Корейским. Это корейским. Я на тебя посмотрю. Ну, это значит ко всему прочему средств для мытья посуды, овощей и фруктов с гранатом. Ну, конечно, еще и такую дополнительную подарочек получить совсем, совсем не худо. Но очень бы хотелось надеяться, что будет у нас и еще больше разнообразия тайских средств. Будем ждать.